вот пейзаж представляется сегодня после вчерашнего урагана. Все во льду, дорога во льду, столбы во льду, провода во льду. На земле то ли сталагмиты, то ли сталактиты, как их правильно назвать. Сложно, в общем, такие здоровые сосули, растущие из земли, по которым очень сложно передвигаться. Значительно лучше погода, ветерок легенький по сравнению со вчерашним, но очень холодно, минус 20 было с утра. Море волнуется, синоптики